Вот подрубился. Корянка, кстати, до сих пор не может зайти. Правильно, потому что русские заходят. Куда корейцы? У меня пинг по-прежнему дерьмище. Вынужден признаться. Четыреста четырнадцать. Сделай пифику. Спасибо. Пифика. Спасибо. Видите? Видишь, видишь, Хидео, народ нас все-таки благодарит. Ну, что-то редко. Ну, блин. Главное, сам факт. Благодарят, значит, ценят наш труд. Если бы не ценили, вообще бы не донатили. Два соточка. Там 1600 надо. Мы детишек спасали. Кача. Я уже знаю, что это корейские парни. Есть ежедневный или еженедельный данжен? Да, насколько я помню, там ограничения есть по определенным данжикам. По рейду защитника точно. Будет обзор на другие классы, как на Ганнера на ютубе. Да, посмотри, уже есть на Вариора. Сука, лагает. Вот, говорят, у нас кораблики вот-вот будут. Качаемся к ним. Мне кажется, надо просто пробежать, чтобы их посмотреть. Нет. Мы никакой контент не пробегаем. Мы идем, все потихонечку, стабильно. Ругаемся, плачем вот от такого пинга. Но идем стабильно. Но я имею в виду, что другие стримеры, наверное, пробежали вперед, чтобы показать. Знаете-то да. А смысл? Все равно надо корабль улучшать и качать, чтобы он дальше плыл. Они, наверное, выплыли, пару метров проплыли и все. Привет, Штарбен. Мы рады, что ты вернулся.
корейцы никогда волков не видели, чего пристали. Не знаю, как они орут. Предполагают, что как девочки Лоли, но не до конца в этом уверен. Может, это лунный дракон? Мы же не знаем. Лунная призма, дай мне силу. Угу. У меня есть еще лунный феникс. И лунная пятка. И подошли, просто по жопе дали. Спасибо. Что за жопа-то с ВПН? Прям пинг сегодня совсем говно. Ну, именно говно стал пинг после тех работ. Что характерно. Вот какая зверушка. Убить такое удобность. Эй, ну хватит, блин, чего они контролят-то так? Сейчас я с вами разберусь. Да идите в жопу! Ну вот он, кстати, бластер. Мастера бластер. Я карту выбил. Ура. Фиолетовая. Ищ. Это первая фиолетовая? В этих локациях, да. Ух ты ж! Слушай, вот здесь название написано. Попробуй перевести, что тут вообще понаписано на ней. Потому что фиолетовая что? Карта это типа топово. Но там хорошую фиолетовую шмотку можно слутать. Что за лока? Вообще она похожа даже на эту локу. Но не все похожи. Есть где-то похожие элементы или нет? Написано Ожонг Хиллс. Ты, если перейдешь на... Ты можешь приблизить, допустим, в часть карты? Я ищу название, чтобы было похоже. Там две надписи, видишь, как бы. Фиолетовая. Ага, сейчас я фиолетовую попробую перевести. Нет, что фиолетово она вообще неадекватно воспринимает. Чатик, что вы думаете? Сейчас. Мы, может, невнимательные, но чатик наш всегда внимательный. Смотрите. Да, ребят, скажите, пожалуйста. Где вот место, возможно, вот на этой карте соответствует вот этому? Очертания. Тут нигде. Отлично. Ну тут нету таких как бы островов. Видишь, отдельные. Солидарны все с товарищем Рэбом.
Рэп он подлый был. Так, хорошо. Есть ли тут что-то похожее? Смотри. Смотрите. Сокровища ищем. Мне кажется, нет. А может быть тут? Тут, вот. Не, нет. Тут. Точно нет. Сразу видно, что нет. Здесь. Возможно, это и название, но мы найти не можем. Тут тоже, походу, нет. Фиолетовое название трудно перевести. Да и даже если переведем, надо сравнивать иероглифы. Ой, эти буквы корейские. Не. Не тут. Ну, последний это город. Это вот лого, где мы сейчас находимся. Точно нет ничего похожего. Сейчас. Вот так я по карте название смотрю. Ну ни хрена. Может, предыдущие локи. Я не уверен, что даже название можно сравнивать, потому что это может быть написано часть, допустим, и тогда совсем другие иероглифы. Нет, вот и здесь это. Это вот здесь. Я, походу, даже знаю, где это. Это в пустыне. Пишешь, что да. Слушай, интересно с этими картами сделали. Я такого нигде не помню. Ну да. Фиолетовая карта не самая топовая, но и не синяя. Походу здесь. Вот портал открылся. Так это еще и портал будет в подземку. Прикольно. Да. Все, чатик топовый. Вперед к сокровищам.
Ну а Тесса разве такая система была? Я, честно говоря, не помню. Давно играл уже. Надо будет мне обязательно этот момент потом вырезать. Я не первый раз это делаю так. Ну вот именно с фиолетовой карты. Так же да. Интереснее. С фиолетовой тоже делаю. Да, уже было? Окей. Да, тут у меня вот... Господи, отпусти мне этот сраный пинг. 430. Что за забей? Здесь почему-то не открывается эта мини-карта, вообще открывалась раньше. Феникс нет. Да, пока я спаскую. А бьют они не слабо так. Что у тебя вообще, Лиза? Я тебе про то же. Просто жопа с этим. Куда-то идем мы, куда-то идем вперед на встречу сокровища. Вход куда-то. Привет, Интак. Не, это выход. И чё, ничего не дали тебе? Здесь нет, он, видимо, в каком-то из углов. Надо обыскать все. Я проходил этот фильм несколько раз. И там был босс. Должен быть где-то босс. Но выход — это именно выход, это не, да, переход, это допустим, выход на этаж ниже. Думаю, что это именно выход. Ну там так выглядел именно выход. В это нормально играть, что-то майкели-кека начинаешь. Насчет сонара идея. Старгерл. Сильно ты грифа натеешь прям. Такой ник взяла. А че вот эта вот синенькая фигня дает над головой? Точнее, сонар. Беленькая. С чем-то закопано, я обнаружил. Может, какие-то скрытые двери есть? Хрен его знает. Сейчас она раскатится. КМ издателя Detected. Он, кстати, реально работает как сонар, и тебе надо, типа, по звуку определять. Ну, не знаю, нет, странно. Всегда босс был в них. Здесь нету, стрёмная, короче, херня попалась. Босса нет, просто куча мобов и облом. Сран какая-то. Я думаю, что-то делать надо. А звук не менялся никак? Нет.
Я сейчас на примере другой карты покажу. Сейчас найду, только где это было. Чё, как файтер нравится? Каким, батлмастером или инфайтером? Вот эта локация. Девушка, играющая в Lost Ark с России под ником Lost Ark Girl. Не верю. Я скорее поверю в то, что не знаю, что у Вегас есть грудь. Чем в такое. Mountain Blade, конечно, буду. Помнишь столовку, которая тебе не сильно понравилась? Лол, у меня из-за пинга даже пролагивает каст нон-стопово. Господи, что за говнище-то с пингом? Вот тут. Как она биться, ее тут нет. Что за херня? Невидимая стена. Ты в Корее учишься или живешь? Или что-то еще делаешь. Короче, я опять, у меня этот пинг достал, я не знаю, что делать. Он, смотри, стена невидима. Как тебе? Пробуй перелогинься. Или опять стрим перезапускать придется. Да херня полная. 685 пинг. Баг за БТ. Уверен, что баг. Да я хейтер, хейтер сразу этого КМ чувствует. Конечно, КМ. Я что-то много не знаю компании, которые КМ. Ага. Играть. А хочешь прикол? Здесь нельзя это выйти. А дудочка? Попробуй выйти на выбор чара. Может, дашь просто перезагрузить, вот чтоб как бы работало. Но я так хочу данж перезапустить сначала. Грузится полчаса из-за пинга. Так не странно.
Не, херня полная. Валим отсюда. Ублюдская система. В одном нифига не было, другой залагал. Этот, в чате пишет, может что-то в инвентаре рисовать надо. Ничего тебе не давали там? Нет. Не уфиг с ним. Я еще одну карту повезу. Да сраный жук! Опять эти арканы стонут. В кустах. Сколько можно? Место какое-то здесь, вот верхняя часть карты. А, все, понял, нашел. Нет, это не эротичненько. Это стрёмно. Опять они застонали. Кто это делает? Аркан или батлмастеры так стонут? Стрёмно. Лучше от них подальше держаться. Воистину. Эти бабы только и делают, что стонут. Хэттер, ты вылазь, девушка, напиши. Выясни нам этот секретики. По секрету для Гохи. Арканы. Да, арканы просто. Арканы тоже по-своему. Ну, это, по-моему, БМ, на самом деле. Потому что арканы по-своему стонут. Тут, по-моему, БМ стонал. Жди, арканаки, ты же не за аркану, а за бластера играешь. Здесь вроде нормально. Вот здесь сразу выход, понятно где. О, вот так он выглядит обычно. То есть ты как бы заходишь, все, вот тебе босс, вот тебе куча говна, которую ты должен убить. И все нормально. Все понятно. Ну, босс очень простой, и лут будет очень простой. Мне кажется, забаганный был просто у тебя тут даже, да и все. Ну, мне что-то тоже так показалось. Так, отойду, наверное, на секунду буквально. Ну, так, не на секунду, минут на 5-10. Кофе зафигачу, а то у меня что-то опять плавить начинает. Угу, я пока пообщаюсь с ребятами. Не, легендарки пока, ребят, не падали. Фиол максимум. Легендарки оранжевые и светло-оранжевый цвет. Так, все, отошел. Да ублюдочная скотина, тварь, ублюдок! Мать твою! Сложно говорить про впечатление от игры,
Мы просто следим очень сильно за игрой. Мы знали, что игрушка крутая. И, ну, не сказать, что сильно удивило нас что-то. Но, конечно, очень высокий уровень этой ММОшки. Когда она у нас появится, это по-любому будет одна из самых крутых ММО у нас. Несмотря на то, что вроде бы как, так, знаете, вроде бы как у нас PvP больше любят, но нифига, будет у нас популярно очень, что очень качественная игра. Ну то, что долго ждать, да. Вы считаете, что мы уже половину прождали времени, пока у нас появится? Мне кажется, 19-20 год это будет. А анонс был в 14-м. Ну вот, половину времени прождали. Главное, чтобы этот, знаете, уж когда будет первый анонс, то, что в России его купят, уже будет как-то проще ждать. Начнут инфой делиться, форум официально откроется, уже будет проще. Кораблики скоро будут. Я думаю, докачаемся до 6 часов до конца дня за БТ. Бластером играет Аргонаки. Я думаю, что он будет много видосов пилить про бластера. Насчет расписания за БТ, ребят, у нас на форуме найдите темку про Smilegate Media Day, и они там скрин давали расписание. 3 за БТ и финальное за БТ. ЛС сейчас на переработку ушло, обещают в конце года какой-то тест, посмотрим, будет ли. Три ММОшки от Pearl Abyss, что-то первый раз слышу. И они не будут, даже если будут, они все равно будут разрабатываться. Системные требования сейчас в чатик скину. На Ютубе будет, да, второй день, потому что рендерится сейчас. У меня только 17% рендера. Ребят, второй день 10,5 часов долго рендерить. Будет сегодня ночью, наверное, или к вечеру, второй день. Третий день будет, наверное, быстрее, потому что он частями. Компания сейчас готовит 4 новых проекта. 2 игры выйдут во второй половине 18-го, 2 другие в 19-21-м. Все они будут многопользовательские, высококачественные дафики, создаются на собственной движке Pearl Abyss. Так быстро только ММО игры делать. Ой, эти мобильные игры. Клиентские игры так быстро не сделаешь. Вряд ли это будет что-то знаковое, если так быстро. Очень долго делать клиентскую хорошую качественную ММО. Плюс очень большая конкуренция на рынке 3D MMORPG. И теперь на рынке изометрических. Потому что тут будут LE и Lost Ark. Free-to-play будет. Давайте кину еще на фак ссылочку. У нас все в разделе вообще есть. Переходите в тайтле, ссылка, и в разделе полно инфы. Берите, дочитайте. Нет, обычно анонсы у корейцев происходят очень заранее. Как у Lost Ark, как у LE, как у BDO, у Arcage. Очень заранее были анонсы. И приходилось ждать. Я не верю, что они бац и опа, и уже через год вам дадут игру поиграть.
Посмотрим, конечно, но сомневаюсь. Не все анонсят игры за годы, а кто такие не все? Можешь скинуть ссылочку на не всех корейцев, которые анонс заанонсили и быстро запустили? Я таких не знаю. У них как-то принято заранее рассказывать про все. Это и часть пиара, и нахождение издателей, потому что такие игры, как у них, требуют, во-первых, хороших издателей, во-вторых, спонсоров с деньгами. Они таким образом и находят финансовую поддержку, и пиар получают, и все остальное. Вот так у них как-то принято. У Pearl Abyss, конечно, в партнерах Daum, но даже с их ресурсами я не думаю, что все так быстро будет. Ну, кстати, да, мобилка бы тоже будет. То есть это уже один из проектов. Естественно, мобилку быстро можно сделать. И не надо слишком заранее анонсировать. Ветка умений бесплатно сбрасывается или что-то нужно? Смотрите, там все очень интересно. Там даются определенные поинты. И если вы вкачали, допустим, на первом этапе, есть три этапа. То есть если вы вкачали на первом этапе, то те три скиллы, которые даются на первом этапе, можете как хотите менять. Но только три скилла. А очки не возвращаются. А чтобы вернуть уже вложенные очки в этап, нужна баночка. Тогда скидываете и уже можете вообще, допустим, эту ветку не вкладывать. Икарус, они заанонсили сразу за БТ. Ну, это у нас они заанонсили сразу за БТ. А Икарус скорее очень-очень давно. Это старая игра уже, Икарус. И тоже долгое время. Просто мы сильно за этой игрой не следили. Мы, допустим, в это время параллельно за Аркейджем следили. Или за БДО уже, не помню, с чем они там параллельно шли. Мы не ставили на эту игру как очень крутую и сильную. Bless тоже был анонс, а потом долго-долго разрабатывалось. Про Bless я еще слышал в 2012 году, как она разрабатывается. Просто в отличие от того же Lost Ark или NCSoft, они не так сильно своих пользователей любят, и они не приходили постоянно на выставки, не, как бы не общали постоянно с Инвином, какие-то новости давали. Вот мы Lost Ark и LE постоянно какие-то новости, то есть подкрепляют информацией, слухами, какие-то постоянно конференции NCSoft и Smilegate делают. А NeoViz так не делали по Bless'у. Они задолго анонсировали игру. Просто они анонсировали, сели и принялись разрабатывать. Bless долго разрабатывался. Сделали какашку. Мне пинг свой вот вообще нравится. Я не понимаю, что происходит на самом деле. Я не знаю, кто там Bless вообще ждал. 3,5 класса, игра без PvP. Нет, там PvP есть, но... Ни PvE нормально, ни PvP там не было. Какого-то, знаешь, нового откровения не было. Блин, у меня реально пинг еще ухудшился. Я вообще просто сижу и охереваю. 643. 735. Сейчас, в данный момент, маунтов нет, но датамайнеры нашли в клиенте двух маунтов. Он становится только хуже. Так, а фиолетовая карта разве не пропала у тебя? Пропала. Ну вот. Она ж пропадает после того, как вы зайдете наш. Завтра корейцы на работу уйдут и будет норпинг. Ага, особенно те корейцы, которые по 300 баксов заплатили. Я думаю, все отпуск взяли. На это не стоит вообще рассчитывать.
Думаю, корейцы цены попроще, это они всяким ублюдочным гайдзинам продают за такую цену. Я смотрю этот, там тем более в основном молодежь стримит, так что они не сильно-то и уйдут. Плюс игру сильно ждали. Короче, не стоит, ребят, на это рассчитывать. Но было бы, конечно, неплохо. Корейские школьники будут задротить. Блин, меня вообще плавит от этого пинга. Отклик такой убогий. Я не знаю, я не смогу ничего проходить до ночи. У меня, говорю, сегодня с утра в половину был меньше пинг. В половину. И то он ощущался. Вот по крафту скинул ссылочку, читайте. Ну, вообще отлично. Геймерам своровать исходные данные клиента, ну, не знаю, как бы помягче выразиться. Если так все будет делать, то игры вообще никто делать не будет. Таким людям отдельное местечко в аду припасено. Погорячее. Ну, удачи корейцам, блядь. Я тоже, я завидую корейцам поиграть с пингом 20 в эту игру. Понимаете, это две разных игры. Просто небо и земля. Ты играешь с пингом 5 сотен и с пингом 20. Просто вот небо и земля. Чё? С NPC что ли подружиться надо? Нет, другой лоб. Дагара давно надо в Корею переехать. Не знаю, что он еще сидит. Переезжай. Иди в пару какой-то корейской стримерши вместе стримьте. Даже язык можешь не учить, просто по-русски общаться. Они будут смеяться. Там дошираки дороже, чем у нас, поэтому не вариант. Тут вон на донатили с утра, пошел пиццу купил, нормально. И, кстати, на ютубчике где-то смотрел видео, где девушка то ли из Японии, то ли из Кореи пробует дошираки и говорит, вкуснее ли или нет, чем в Корее. В основном все вкуснее было и дешевле. Вот видите, у нас в дошираке вкуснее и нажористее, чем у них, а главное дешевле. Со всеми придурками надо поговорить. Вот ей-богу.
по всем локациям гоняют, со всеми придурками разговаривать надо. Да-да-да, там химикали на жористе. Пошел разговор в чате, какой доширак вкуснее. Красный, куриный, что за тупой вопрос? Куриный или говяжий? Красный, острый. Так антирусских и пустят. Ёнджиру суаки ве. Бунзы куриный доши. Максон, мы вечером что-нибудь будем стримить? Близо и вообще забейте на них, надеяться. Раньше в России годное ММО сделают, чем Близо что-то выпустят в этом жанре. Близо сделают за 80% пиара, 10% дизайна и 10% смысла. В этом плане корейцы чуть побольше вкладываются в дизайн и смысл. Ну тогда погнали, ребят. Как в прошлый раз делали? Чё вечером будем стримить? Ты поспать не хочешь побольше? Так это вечером в 6 закончится тест. Чё, я просто 6 пару часиков не погоняю, что ли, на стрим? Там же Divinity вышло. Ну вот Divinity можно погонять, например, да. Ну, я обычно это, на выходные просто ребятам говорю, там, гоу донат аукцион, чуть-чуть стримим, там кто-нибудь 100 рублей закидывает, такой, типа, вот давай вот это, и кто-то 200, давай другое, и вот так это работает. Да мы уже обсуждали, почему в Корее, в России такие игры не делают, потому что нет системы подготовки кадров нормальной. В Корее такого университета учат. В каком университете нас учат делать игрушки ММО? Причем именно делать, а не какие-то азы или теории. В смысле Divinity без локализации? Я вчера Divinity стримил, она на русском. Чего пристали? Максон, я сделаю тебе кораблик. Когда Lost Ark закончится, я с тобой поиграю в кораблик вдвоем. Я помню. Но не сегодня. Не в кораблях мне хочется сегодня вечером сидеть. Вот вообще. Ну, в принципе, я вам описал, как это работает, что постримить. Ну, если ничего, то ничего. У нас есть инвесторы. Ваха, да, ваха, да. Но нету кадров. Ну, я думаю, сейчас кто-нибудь закинет на 20 рублей там на ваху. Максон, Нимфер или кто там, Бэтл, Энджел, кто обычно смотрит, любит ваху. Да пинг вообще, я вообще никакого ПВП не буду, успокойтесь. Я с таким пингом даже никуда не полезу. Ты можешь просто показать пару боев, все. Так, чтобы именно пофаниться вряд ли. Не буду я ничего показывать. Что за таким пингом, какие тебе бои покажу? Как я стою на месте, а меня мордуют. Ну, арену зайдешь? Да ну нахер. Бред. Куда торопиться? Так еще будет времени тест. Дофига.
Видя Саракон. Гренка. С Римворлдом. Ча, Чульбаранда. Мы с караваном каких-то пацанов, ну ладно, доблестных воинов, и припасами отправляемся в путь. Но нас по-любому нападут. Ребят, если хотя бы пинг до 300 бы спустился, я бы еще что-то потыкался, но, блин, 500 пинг это... Можно тыкаться только в стену и надеяться, что тебя откидывать не будет. Засада. Пить дать засада. Ну да. Опять клоуны. Ну, блин. Я же сказал, как это. Выбираем игру на вечер. Норм. Что-то походу там это не засада. Это пиздец. Что-то какой-то страшный тип. Линейдж и Торнал нигде лучше не выглядит, чем его стар. Вот вообще нигде. Смотри, порталы какие-то в небе начали открываться. Так и гигант. Из них какие-то куча тварей повалило просто. Гоблины, а вот... эти твари летающие, просто орды, блин. И все из одного каравана. Блин, ну круто, конечно, станку сделали. Да они половина поумирают, пока они на землю почистят. Не-не, они нормально. Не удар устойчивый. А эти титанов несколько лезет. Блин, круто, прикольно. Вот это крутая сценка, конечно. Да. Я такой... Больше золота. За гараша истинного короля под горой Сморч. Спасибо, Максон. Походу надо бежать. Делать ноги. Да куда я сделаю ноги? У меня пик 1000. Я, блядь, двинуться не могу. Я телепортируюсь, меня назад откидывает. Лол. Ой, блядь. Это лучшая игра. Они еще и контроллер. Да, я отойти не могу, это все. Да нахуй. С таким пингом просто, ну, я ничего сделать не могу. Он не телепортируется, он ничего не делает. Просто ничего. Да, блядь, ты пэшься! Просто бред. Он до 2000 пинг скачет. Ну это пиздец. Нахер идите, ублюдки. Корейские. Причем тут Корея игра и прочее, потому что после тех работ эта херня с пингом началась.
Потому что эти бомжи, блин, не могут настроить эту фигню нормально. Пинг был весь день 250. Вчера был пинг 250. Техработы. После техработ пинг 500. Конечно, это не связанные вещи друг с другом. Совпало, блядь. Из 60 это максимальный пинг, который был вчера. Ну может это просто ключ, фиг знает. Корейцы ж вообще хотели все ВПН отбить возможно, поэтому у нас большие сложности с этим. Сложность. У нас вообще ни хера не работает из-за этого. Ну потому что зачем им другие тестеры на корейском тесте? Якобы тест. Сейчас бы на ЗБТ игру тестить. Угу. Вам тебя защищаться надо. Это, наверное, крепость стены сейчас будут атаковать стену. Но... Прикольно, прикольно придумано. О, пушечку тебе дали. Враги подступают. Вот этот момент я тоже потом вырежу. Очень прикольно. Русские тестеры, которые не тестят, а играют, ну да, лучшие в мире. Он этими стреляет. Пулемет. Чё у них за пушки-то такие? По-любому дворфы делали. Чё у них нет танков? Завалил. Я вообще не знаю, не понимаю, как они с такой артиллерии могут насасывать. Ну как бы серьезно. Ой, я их двоих сразу отбрасывал. Я красавчик. Нормально.
назад они мной вдвоем подойдут и огонь. Они не ожидали, что у тебя в кораблях опыт есть. Сколько тебе из пушек. Надо подавить очаги сопротивления, короче. На 400. Ну как бы, а что думаешь, я горю? Он был хоть стабильный был, понимаешь? Можно было приноровиться, он скачет сильно. Что он ухудшается, понимаешь, что сейчас выйдет за неприемлемое значение, начнет выкидывать из игры. Просто из-за него. Это означает вновь перезапуск, веселые знаки. Почему убивать дьявола вообще? Никто не играл. Что ее убивать уже давно не прошли и забыли. Кто там все убить собирается? Там что, рыбалка понравилась? Я не видел, кстати, еще. Я вообще не знаю, кто эти сезоны играл. Даже чуваки, которые задротили в Диабло, поначалу уже дропнули ее, хер знам когда. С выходом Аркейджа вот в Россию все подропали. Сезон дрочить 4 года, ну это вообще конченые. Просто конченые. Не люди. У меня был друг, у него был родственник, ну там через жену брата, в общем. Вот этот вот родственник, он наш ровесник был, но он был дебил. И он Макс Пейн играл лет 5, только в Макс Пейн. С утра до вечера играл в Макс Пейн. Он не играл в другие игры. Он был дебил. Прошел и заново, вот, что ли? Да. Так вот эти вот люди, которые играют в Diablo 4 года, а они такие же. Вот один в один. Чем они-то лучше? Ну серьезно. Того хоть оправдание было, он был дебилом.
Dota это мультиплеер. Diablo же это PvE херня. Как можно мобов дрочить 10 лет? Ранее он просто дебил. Херово в него играл. Не, ну, 5 лет подряд Макс Пейн, да. Про таких людей надо статьи какие-то веселые писать. Знаешь, смотрите, кого мы откопали. Я понимал, когда люди играли в Diablo 2, она была типа интересной, там новые большие контентные было обновление. Ну, играли в клубах с друг с другом, там фигачились. Морды друг другу били. Ух ты. Смотри, смотри, как он пошел. Отвоюем нашу землю. Прям Властелин колец какой-то. Да-да-да. Смотри, ворвались люди. А тут животные разные, которых, помнишь, склоняли ко всякому. Нормально, вот я тоже так хочу с ноги. Просто их раскидывать. Такой просто оплеухи выдает. И они разлетаются. Причем они обратно не встают уже, все, они сразу умирают. С одной оплеухи. В атаку, братва, в атаку! Хлопцы! Не кади родной земли. Подлым клоуном из ада. Ты меня в стену затаранил. Со софтом XM запустил, ну блин, игра неплохая, но они нафига-то придумали эти блок и на Западе, и у себя. Они себя сами этим как-то, не знаю, сильно ограничены. И пиара вообще по MXM никакого почти нет. Да и похер на нее все. Игары похер на нее. Мне понравилась. Прикольная игрушка. Гараллиссимус, предводитель хлопцев. Гараллиссимус. Нет, сегодня вечером будет Гара, король под горой. Максон 50 рублей поставил на это. Я думаю, Lost Ark раньше, Lost Ark опережает. Ну, всегда какой-нибудь есть коварный слагер, который под конец стрима такой 500 рублей на RimWorld. Да-да, Максон задонатил на варку вечером. Не, ну конечно, кто-то может и больше задонатить, но я вот сомневаюсь. Слагера нет онлайн. Они раз со слагером воевали. И с Виллером. Да, Вайлдхаммер тут убал. Так пинг только угара. Корейцы хороший пинг. Гара внезапно не в Корее живет. Ну я сейчас так, знаешь, глянул просто на свой пинг там тысячу. Он сгрустнулась. Ладно бы эта херня тут статичная была. Я жду ваших контрставок. Давайте за RimWorld подтопите.
Ну, который у меня есть, который я обычно стримлю, да. Там Divinity 2, Mount and Blade, you know, БДО, Overwatch, Diablo и так далее, так далее. 함께 해준 것만으로도 감사하오, 로나운고. 성 안의 악마들은 모두 처리했습니다. Ну, спросите, какую игру хотите. Я скажу, есть она у меня или нет. Кисаним. Последний раз у нас выиграла Battlefleet Готика Армада вообще. С одну мультику поиграй. Она на мой день рождения, кстати, выходит. Прям праздник для меня двойной. Кто выходит? Сабнаутика. Что это такое? Это ты летишь на корабле Аурора, чтобы чинить межпортальные врата в системе Ариадна. Корабль твой инопланетной пушкой. Система Ариадна, мне это Инфинити напомнило. Есть такая настольная. Корабль твой взрывается, падает на планете, которая полностью состоит из воды. Погоди, и ты... Там... Война. Наш жрец сражается со злым клоуном. Но то, что ты рассказываешь, звучит игра как мега унылое говно. Спасибо. Моя любимая игра последний год. Ну извини. Наверное, ты плохо рассказываешь. Ну, может быть. Down of War 3 есть. Могу. На ней Markiplier поднялся. И даже сделали его статуи в этой игре. Кто поднялся? Markiplier, один из самых популярных ютуберов. Блин, почему я все время слышу о популярных ютуберах, которые впервые слышу? Ну набери Markiplier. Divinity 2, 500 рублей. Давайте кто больше. Это серьезная заявка. Надо это... Ничего страшного будет, что я в уголке запишу ставки ребят на игру вечернюю. Гора неадекват. Вы только что узнали, что ли? Удивил, блин. Свежачок инфа. Не говорите Гару, что это survival. Он просто ее установит. О, да! Три всадника пришествия говна на нашу землю. Survival, Early Access и Craft. Там наверняка это все есть. Ты загуглил. Нет. Это реальность. Так, ребят, вы что только в чатике про Subnautica плохо не пишите, то обижусь. Уйду обиженный играть в Subnautica. Я чего, прям в точку попал? Там все это есть, да? Да. Ну, я и понял. Лучше говна в три патча, чем в такое играть. Я знаю, ты просто уже 500 рубасов потратил на Subnautica. Так что, давайте. Ну, я вот так вот в уголке, посмотри, не слишком большой такой. На вечерний стримчик. Так, ну чё, у тебя уже 34,5? Больше. Чуть больше. А корабликов всё нету. Блин, я расстроен. Я думал, кораблики сегодня покатаем. Нету. Что-то как-то что началось-то? Чего вас так много? Уходим. Настанут времена получше, блять, с лучшим пингом. Горите, сволочи! Ау, больно. Они не хотят гореть. Великая жаба, помоги! Меня просто насилуют. Тебя доблестные просто... рыцари, порубите тебя их в капусту. Пишут, что надо было на коня сесть и мимо них проскакать. Наверное, в этом суть квеста. Нету коня, ничего не знаю. Мне кажется, тебя убьют сейчас. Или уже убили. Да я сказал. Гара, видимо, сегодня любит, когда его саники фигачат. Да какой конь, блин, с пингом 1000? Ладно, пойду за конем. Дай коня возьму. Я им там всем люлей отвесил. С божественным фениксом. А мне кого-то коня. Всех убьем, одни останемся. Ладно, нет тут коня. Угнали коня. Цыгане увели.
Ну, серьезно, лошадь-то угнали. Гумплены есть, коня нет. Девинти, посмотрим, что все нормально, Максон. Я сам Девинти с удовольствием поиграю. А так пробьемся, чё? В начале конь, еще назад. У них, слушай, у них конные колдуны. Это вообще чит, мы в БДО такое применяли на первых этих тестах. Ой, на ОБТ там конные визарды просто нормально затащили так. Ладно. Где там конь? Конь-огонь. Тут говорят, лошадь есть для меня. Слушайте, ребят, ну вы не можете меня обвинять в том, что вот эту парноту я не счел своим конем. Я понял, херня какая-то стоит. Это вообще не конь. Ну серьезно, меня нельзя обвинять за то, что я не понял, что это мой конь. У него закрылки сзади, спойлера нету. Кабина почему-то не закрывается. Ой, животное, поскакали. Половина чата нравится, кстати, конь. Ну вообще, прыгать может? Нет. Отстой. Он летать может, судя по всему, небольшое расстояние. Угу. На картинках у нее рог еще есть. Че там, кавалерия? Он прыгать умеет, а не летать. Не знаю, что это было, но я что-то умею делать. Нет, короче, теперь 20 км он просто проезжает. А если я хочу убить мобов, я могу вот так сделать, и там бам-бам-бам-бам-бам. Все, нам туда надо скакать. Ну это временный маунт. Все, не останется Шигара. Наверное. Угу. Скачем, мы скачем, мы скачем, мы скачем. И я случайно открыл квест. Знаешь, что подлагивает? Квестовая фигня вот эта, открывающая. Она подлагивает, бывает. Да и убрать. А. Это из-за пинга, ребят, не отображается сразу урон. Я так-то типа их дамажу. Когда проезжаю сквозь них. Черт, у клоунов тоже есть кавалерия. Отстреливаемся, отстреливаемся. Я, кстати, поставил там ауешечку. На 74 тысячи урона. Из боя вышел только я один. Так бывает. Блин, кавалерия в этой игре типа рулит. Пехота отстой. Ну можно мне коня не отбирать? Я с таким пингом на нем поездил. Пожалуйста. Рыцари вообще не умирающие. Я вас бросил, а вы никак не сдохнете.
смысле, никак бросил. Я доблестно поехал на разведку, а вы никак не умрете. Продолжать рубать. Так, товарищи рыцари, вы за мной. Чё-то стрим, по-моему, упал. Нет, под лаг. Про лаг небольшой. Все, мы вырвались из окружения. Великаны, великаны, они же мост сейчас убьют. Ты только мыть как дебил на коне. Почему все остановились, и только я самый одаренный? О, выстрелы из посоха не работают. Он уходит в бан. Сейчас он превратится в злого. Нет, он круче. Злой клоун круче. Давайте называть клоуном Красти. Что происходит? Кто вы уже этого клоуна убьете? Достал. Зачем каких-то девочек вызвал? Че клево. Короче, настоящая аниме-битва. Ах ты Красти. Клон крутой, оказывается. Да клон вообще красавчик. Смотри, что он вытворяет. Девочек победили. Топ-5 аниме битв. Клоун, ну ты же понимаешь, что ты связался с Гара. Ты пиндец. Потому что у Гара есть нога. Эй, че-че-че-че. Вот это вот сейчас мне нечестно было. Так, это неправильный клоун, кстати. Нихера себе, а вот это много урона. Совсем много. Отпусти, отпусти, отпусти меня. Грязный клоун! Он фир кидает. И ветерок. И ветерок. Сейчас я LCD поставлю. И мы посмотрим, что есть. Не, ЛСИДы там что-то настреливают, не такое. Я ему 1% снял. Ну, в смысле, единичку. Сейчас надо ЛСИДы поставить опять. Надо Феникса заряжать. Фигня полная. На проказ... Вот смотри, вот дальше с боссами, уже вообще вот то, что меня раньше требовало прокаста длительного, то, что я так любил, оно вообще не роляет. Потому что, ну, не дает босс кастовать практически. Хотя, что не дает кастовать? Я, блин, играю с пингом 500, блин. Че он не дает кастовать? С таким пингом хрен че вообще кастанешь. Пять косарей. Пять фир. Фир.
который настоящий. Вот это. Трешечку оставил. Да блин. Банки по КД. Может загреться на громозеку. Да сомневаюсь я. Ну это вообще не так. Ну, кстати, тот, который второй, он хотя бы станет. Блин, Феникс не кританул 28 солей урона. Да отпусти ты меня! Нет, он притягивает, а вообще отпускать не хочет. Они набираются путем применения других, например, птичек. Извините, я тут немножко тут стараюсь, что-то с пингом 1000 не сдохнуть хренам от его кастов. Нет, агрится на громозеку, иногда агрится. Колоби, потому что набирают. Очень бодренько. Я в иллюзию отдал. Ёб твою мать-то! 1200 пинг, как тебе, а? Неплохо. Сейчас шикарно, я считаю. А чё он всё больше-то, блядь, становится? Играть в корейские игры удовольствие сплошное. Как же вам повезло. Блин, клоун. Ни хера не сложно, просто, блин, с таким пингом, ну, невозможно. Я даже вернуться не могу, я вижу скилл прекрасно, вернуться не могу. Мне осталось еще одну полосочку. Ты видишь, меня наворачивает так. Походу завалил. Ура. И левел апнул. Привет, нет, пока не открыли кораблики. Наверное, уже не успеем сегодня. Мы решили не бежать тупо до корабликов, как некоторые стримеры делали, а просто подряд. Ее 35 еще взял. Да. Нормально. Сейчас придет темный эльф, поглотит его, или они нежно засосутся, но, в общем, что-нибудь будет, я тебе стопудово говорю, инфосотка. Вот темный эльф. А, он его поглощает, видишь? Что-то Никита, злые между собой не дружат. Да. Кто проигрывает, тот вообще... Но он постоянно, мы убиваем монстра, он приходит и их поглощает. И становится сильнее таким образом. Ты, наверное, с ним в самом конце будешь драться. Я тоже так думаю.
Где сейчас взять Виакуна за БТ? Ну, скажем так, нигде. Камай! Злая кукла осталась. Это важно. Она еще свое дело сделает. Может, клон себя в нее перенес? Скорее всего. Джокер. Не Джокер, а Джокер. Это хороший Джокер. Так, мы где-то в городе. Можно сдавать квесты. Че, не дали тебе еще? А, на 36-м оно залочит. Так тебе, смотри, нифига себе, потом насыпали. 35-й ты взял, да еще и... Да. Прилично так кусочек дали. Так сюжетку закрыл. Сейчас должны в следующую локацию послать, где как раз порт. Джопер. 1600 пинг. Кто больше? Было 2000 сегодня, Макс. Да? Угу. Я тебе еще говорил. Неплохо так. Все, отлично. Ладно, чуть-чуть помучаемся, дело такое. Все ради вас, мужики. Страдаем. Поверьте, играть в игру с пингом 2000 такое себе удовольствие. Ниже среднего, я бы сказал. Хочется очень монитор разбить. Ногой. Неоднократно. Долгоиграющий кап. Адекватность сохраняет Хидео, и он старательно отвечает на вопросы из чатика. Я же горю, как елка из-за этого пинга. Ну, у нас, типа, такой баланс должен быть. Угу. Плохой полицейский, хороший полицейский. Ну, мы оба полицейские все равно, так что не балуйте. Никто не будет делать игру на прохождение в ММО. Бля, расскажи это биотварям. Не, ребят, стримов все окей. Так что перезагрузитесь, посмотрите, нет ли у вас там торрента какого. Сама игра лагает из-за того, что у нас пинг. Мы тут уж, извините, ничего поделать не можем. Аргонаки, по-моему, все игры нравятся. А он всех игр в кайф. Но он Last Ark тоже давно ждет. Так что... Он Бластером, кстати, играет. Не верьте ему. Все они адепты Линейджа Торнова. Только и думают, как бы Last Ark зафейлился. Спят и видят. А в левом верхнем углу у нас... Так, надо, кстати, текст это перенести, потому что у нас появилась там информация о наших денежках, чтобы он не мешал. Вот, у нас тут в уголке информация о том, что мы будем стримить вечером, чтобы вы не пугались, не удивлялись. Вот. Мужики занесли 500 за Divinity и 50 рублей за... Гара на арену пойдет, когда пинг чуть поменьше станет. Сейчас, ребят... Да я сгорю там к хренам, вы чё? Ну серьезно. Во-первых, меня туда еще не пустят сейчас. Это раз. А во-вторых, я там просто воспылаю. Пилор с футарендж у нас ММО, что ли? Ну да. С какого хрена ММО? Да. Это совсем другое. Они, наверное, может, по прохождению играть. А. Ну, может. Я пытаюсь за логикой чатика следить, и иногда она от меня уплывает. Каждый, знаешь, приходит, что-то свое написал. Новый пост 1600 стоит. 1600 он стоит, а не 1000. Успокойтесь. Давай лучше на капе уже купим пост. Мне кажется, это будет более правильное вложение средств. Купим. Солдаты пришли. У нас в дом пришли солдаты.
Где вы были, когда мы тут кровь проливали и с клоунами бились? С демоническими клоунами. Может, у чатика тоже пинг? Мы им говорим, что пост стоит 1600 шардов, а они все равно пишут. Даже у них пинг. Не, ну 1000-то четко видно. Так, что-то от нас какую-то эмоцию просит. А, эмоция, это... Найн. Сказать ему нет. Не будет этого. Пока самый лучший крафтовый я видел, там такой он прям, ну этот легендарный крафтовый шмот есть, да. Ну там с хрен пойми, что крафтится. Через грибаем последствия страшной войны. Амури бадо, Сейкрия саджедани ханен хэнгдунг исангэйо. Нормально, у меня посох, чего пристали. Я с этой палкой клоуна завалил с 1200 пинг. Она уже легендарная, омытая кровью клоунов. Убийц. И сотен да. Демонов. При чем тут бабло? Вы-то послушайте, о чем речь идет. О покупке за шарды. Мы их копим, чтобы на капе купить нормальный посох. Зачем сейчас покупать промежуточный, потратив все шарды? Блин, ну, ё-моё. Логика где? Че на мировых боссов не ходишь? Так они хрен знают, с каким кулдауном рисаются. И корейцы-то о них пишут в чате, а я по ихнему не очень размовляю. Ты пропустил, а? Я их мову не знаю. О, великий магистр Лостарк. Горолиссимус. Так, как-то тут высказался. Да-да-да. За тем, что чатик хочет два человека, да? Неплохо. Ну, значит, точно не купим, если чатик хочет два человека. Ну, мы не знаем, как точно называется. Ну, напоминает шард какой-то, кусочек синенький. Золото, перышко и шард. Вот. Да просто шарды, потому что круглые. Я тогда обозвал и все. Я и эту херню тоже шардами называю. А не кристалликами. Наверняка у них какое-то свое название есть. Новый скилл 36-м. Ого, у каждого класса к 40-м левелам появится скилл на цешку с откатом в 4 минуты, но очень красочный и дамажный. Но арканы это комната из огромных карт, в роликах показывали. Да, я видел. А у нас, наверное, будет этот мужик с молотом, потому что что-то вот это не похож на мужика с молотом. Похож на бабу какую-то. То есть получается просто 4-минутный откат. Ну это клево вообще. Без этих, без элементов. Ты им такой хоп, феникс, а потом вот эту штуку и все, давай, до свидания. Не, ребят, кораблики, мы решили не бежать в лог с корабликами, а постепенно докачиваться. Чтоб не возвращаться обратно. Ну и все постепенно. В лог с корабликами скоро пойдем тут, вот она следующая, кстати. Ну не с корабликом, а с портом. Когда там нас на корабль усадят. Змеюка огненная, я что-то не помню змеюку огненную в ролик. Помнишь? Я тоже не помню.
У меня вот следующий скилл какой-то такая. Лужа непонятная. Блин, и Степару показал кораблин 30. Значит, ну, потому что он побежал, он же... Плюс он это с корейцами общается, немножко корейский знает, так что ему проще. Кстати, да, прикинь, вот Ким Чен Ын шубанет. И все, и мы единственные, кто поиграл в Lost Ark. Внукам можно рассказать. Вот была хорошая у корейцев игра. Стоп, я играю чуваком. Этим. Да? Да. Священником? О, круто. Ну, у него скиллы прям ОП. Еще у него есть хилка, чудо. Это-то как раз таки в ролике показывали. Мне надо будет тоже потом вырезать это. Ну, телепорта нет. Но он именно пока как жрец. Ну, пинг у меня. Да мы шутим, господи, вы что-то шутки многие серьезно воспринимаете. Начинаете потом спорить, блин. С ума что ли сошли? В игре нет пока. По крайней мере сейчас. Пока нету open PvP локации. Смотри. Мы поставили такой на кусочек этого участка, так скажем, где они бегут. Купол. И эти прям все упорно бьют именно туда. Гениально. Димонас, ты это случайно не заскринил, что за сообщение? Корейцы опять бомбят. Они вроде не сильно бомбят в чате с этой фигни. Че 20к? Я думаю, они в Северной Корее там вообще игрушки, наверное, не играют. Ну, по крайней мере, этот, кто обычно. Работать надо, какие игрушки. Чё-то про ЗБТ. Ну, вот сейчас переведёт. Уже продлили? Демонаст. Было бы неплохо. То немножко хоть расслабимся, а то, блин, спидраним. Насколько пинг позволяет. Бэкапа-то осталось 15 левелов. Не так много. Да, может, другой пласт попробую. Если там ничего не так. До конца сентября бы продлили, блин, и вообще нормально было бы. Шимпанара! Так, хватит полетать. Они людей убивают стрелами прямо в лицо. Офигеть. Мирных жителей. У меня что-то стрим подвис. И девочку, девочку с огромными сиськами. Не люди. Дайте мне их, ща я их порву. Устал Гео, почему 12-го, 24-го? Он щиток поставил. Просто мы одни выжили. Единственный, кто выжил. Всех положили, сволочь. Какой-то грустный у него сюжет, как у священника. Ребенок остался жить. И девочка с сиськами осталась. Но все, еще не все потеряно. Lost Ark Girl, что сегодня? Сегодня конец, что ли? Не понял. Блин, ты на разные вопросы отвечаешь, не пойму. Он о чем речь? Молниями. Дождь идет, и он зафигачил молнии по ней. Аман Саджи, сантек падан шине гуансуги. Дороун 자들에게 신경 쓸 필요 없다. 아만 사제를 세이크리아로 데려가라. А за что вы узнаете, когда игру локализируют? Они просто были не такие, как они. У них не были привинчены шлемы в голове. До 12 по Москве сегодня.
Не понял. И вновь мы психанули. Что-то, короче, этого священника сильно бьют, бьют, а он потом берет и все равно покостыливает. А, ну все, значит, сейчас уже конец. Меньше, чем через час. Через 50 минут. Скорее, это разница 6 часов. Мы ходим медленно, зато долбим знатно. ХП 100к. Но он злым стал. Да, мы вновь стали злы. Спасибо. Жалко, что сегодня не пролят, конечно. Ладно. До слова, чувачи. Мы обещаем, что продолжим продление теста до того, как CBT кончится. А, они то есть еще думают, да, наверное, до какого числа продлить. Да прокат на 1-2 дня, господи. Нет бы до конца, допустим, сентября. Чёрненько. Три скилла у него. Ну, короче, каким-то вампиром стал. Я бы не сказал, что прям вампиром. Ну, если бы меня так все фигачили подряд, блин, на всех локациях, я бы на его месте тоже развалился. Да его вообще-то унижают везде и всюду. Вот это, слушай, прикольный момент, типа, такая тень появляется, наверное, что-то ему говорит там. Ну, она типа, есть, типа, акстись, стань нормальным. Тьма лучше, чем... Смотри, тень пацаненка. А тень сисястой лоли будет? Да, в конце, это уже окончательное решение принять надо. Блин, я бы сисястую лоли послушал. Вот она. Какая разница, что там эти полудурки мелкие болтают. Конечно, слишком долгий тест, очень плохо. Но в Альбионе там вообще были вот слишком вообще долгие. Слишком. Я уже наиграться успел. Качеством прилично, конечно. 10 тысяч, 14 тысяч. Надо посмотреть, сколько мы будем фигачить на 50-м уровне. Я тебе так скажу. Я думаю, все это показано детской игрой. Из обычных мобов проходит, а теперь с него нет, так ему нужно упираться и фигачить. Он там он позвоночник вырвал, глаз на жопу натянул и за лоли отомстил. Нельзя убивать девушек с такими сиськами. Детей-то ладно. Аман! Пеа, бьем Амида! Не подходи, он монстр, он безумен. Давайте его убьем. Король, король, король. Братишка, акстись, что ж ты творишь-то, скотина? Людей перебил.
Да, в плоских можно. Я бы в МХМ играл с удовольствием, но некогда. Да и плюс этот блок, блин, он сильно мешает. Я надеюсь, у нас кто-то МХМ купит. Мы над игрушкой поработаем к порталу. Хорошая игра, не знаю. Гар, конечно, не нравится, как обычно. Какая, МХМ? Ага. А Тапи, кстати, подсел, тоже поиграл. Вот хорошая игра. Ну да, кто ж спорит. Ты сейчас скажешь, тайный агент ЛЕ, да? А чё, это король пришел, да? Типа, да, мы все пришли. А где ж ты раньше был? О, чувак? смотри, темный эльф появился. Он такой, хоп, барьер. Теперь это мой братишка. Братан, ты же наш, ты же священник. Не ходи с этим педоэльфом, ты посмотри на его причесон, он точно из этих. А гуляет тебя там по-тихому. Внимание, сейчас Гара переводит с корейского, безошибочно. Нет у меня другого пути. Милированные волосы не оставляют мне других шансов. Как и прекрасный голый торс. Только отправиться за этим эльфом. Блин, у него вообще, короче, платья нет. Накидка такая, которая еле-еле... Вот чё стоял, ждал? А ему пол лица не оторвало этим порталом закрывшимся? Чё будет, если пол лица засунуть в портал, и он закроется? Это прицы были? Слишком комом. Мазик любит пожёстче. Блин, жалко, конечно, священника, наверное, придется убивать. Более точного перевода я еще не слышал. Еще. Так, и походу... Сразу 50 человек на стрим пришло. Ну, так... Надо переводить больше. Думаю, эльфы, все дела. Они захватили священника. Священник стал на путь тьмы. Он не понимает, что гомо-эльф его в итоге поглотит. У тебя, короче, к концу сюжетки вообще друзей не останется. Сейчас еще король козлом окажется. Или священник его там на свою сторону перетащит. Лол, наверное, игроки просили продлить тест на 3 дня? Нет, это третий день теста, хотели игроки, чтобы дольше продлился, но они не могут. Блин. Что там же по-русски, по-белому написано? Гады. 1985, по бомбингу. Нормально. Амане Тесанан. Чё, король говорит? Сумочку дал фиолетовую. И квест. Блин, вообще, конечно, хреновое время, то что, блин, днем. Я смотрю на народ больше уже под вечер проходит. Скоро вам тоже не можно. Не знаю, что сумочку дал. А, сумочки лежали. Колечко и еще что-то. И амулет. Если бы Ластарк был автомобилем, то каким, как вы думаете? Ламборджини. Ламборджини Диабло. Такой, знаете, прям чуть-чуть олдскульчика. Ну, такой хороший спорткар. Дорогущий до безобразия. Че это за чувак? А, это новый священник. Все, у короля новая подружка. Про старую уже все забыли. Старая убежала с эльфом. Достал из кармана и поставил рядом. Что-то новое мне не нравится. Старый был хоть на мужика похож. Ну, как сказать. Спорное утверждение. Видишь, карта все еще не открыта, арена тоже в сером светится.
что, кстати, у нас в этой локации? 22%. Сундук можем взять, какой-то сраный подсолнух. Что делает сраный подсолнух, неизвестно. А в сундуке что? Шарды. Но 30% не добьем. Последний момент остался. Видишь? И, кстати, последний данж с кораблем остался. Видимо, все завтра будет. Завтра корабль. Походу. Ну, наконец-то. Что за очередь? Туалет, что ли? Че он ругается, Гар? Я первый в очередь пошел вон. Тут у нас это почетное место для освободителя мира. Избавителя от орд злых демонов-клоунов. Блин, 4 косаря экспо только дают. Но дадут баночку эту. На лайфпоинт. Завтра со скольки? С утра. Но завтра, я не знаю, мне вечером прям вообще буду занят. Совсем-совсем вечером занят. Ребята, у вас есть последняя возможность перебить ставку на стрим Divinity сегодня вечером. Ну, если кто-то вдруг желает ее это сделать. У нас две ставки. 500 на Divinity и 50 на Total War. Ну, так всегда есть запись стрима. Всегда есть так запись. Мы не переносим на 6 утра, блин. Это просто расписание такое. Мы играем, как играется, как бы мы тут что сделаем. Записи будут, но, блин, 10-часовые стримы не так быстро льются. Извините, пожалуйста. Ну, кто не подтянется или работает, учится, все на Ютубе появится. Потом пересмотрите. Какой-то Зиберт злой ты. Агард при чем? Он же благодарит, он его покупать не будет. Двуглавые орлы-то у них, наверное, повсеместно двуглавые орлы. Клоун, убить! Ну да, или можете на Твиче посмотреть. Запись появляется тоже там. Так, надо что-то сделать, а что непонятно. ЗПТ до 24 числа. Сыграть что-то? Девочка просто стояла, представление смотрела. Нет. Не пойму, что сделать. И что-то надо здесь сделать. Ну, мы докачаемся до капа, но я не думаю, что мы прям все, ко всем рейдам нормально приготовимся, потому что фарма они уже требуют. Посмотрим, конечно, что да как. В любой непонятной ситуации танцую. Нет, тут не эмоции надо применять. Тут что-то другое. Может, нет, поаплодировать? Через голову никак нельзя. Ну, это тоже похлопаем. Мы оттуда будем показывать. Есть идея, Хидео, что тут делать? Давай квестик переведу. Яху! А, все, выполнил, да? Нет. Давай переведу. То ли наблюдать за ними надо, то ли еще что. Ну, корей здесь просто стоял.
нельзя сейчас танцевать-то надо. Ну ты окно квеста открой, я переведу, да и все. Вот оно, фиолетовое, вот оно. Не пойму, что их корейцы делают. Они просто стоят, смотрят. Все. Cheers and applause. Аплодисменты и... Cheers это что? И аплодисменты уже жал. При приветствии и аплодисменты. Сначала поздороваться, потом похлопать. Приветствие. Найти бы в тексте это вообще. Попробуй клоуна выбрать. Привет, Азочка. Корейцы танцуют. Ну, приветствие это вот поклон. Таргет можешь клоном взять? Нет. Ребят, он не может таргет взять. Молодцы, Максон. А я, видишь, тут ковыряюсь. Не работают. Этот кореец пляшет, ничего не происходит. Этот стоит тупик, понять не может, что делать. Попробую скопировать демонаста и в чат прописать. Ну, хотя вряд ли, мне кажется. Кореец пляшет. Тот просто стоял, стоял и ушел. Ты можешь такой квест пропустить? Пальцы вверх. Точно. Почему корейцы танцуют? Но он все время танцует. Да никакого клоуна нельзя в парке взять.
Понимаете, я те, которые корейцы подбегали, я смотрел, они вообще ничего не делают. Сейчас я, по-моему, понял. Ну вот его описание зеленое. Ну, чувак с корейским ником бежит. Сейчас мы увидим, что они с корейцы делают. Они просто подходят, смотрят и уходят. Ну, вот в третьем этапе написано приветствие и аплодисменты. In progress. Поздороваться с кем-то надо и похлопать. Ну вы напишите ему, какие аплодисменты-то. Ну какие эти надо эмоции нажать. Я вижу только два. Все взяли, что у этого жонглёрка. Вообще не здесь. Там где двоечка. Вот где двоечка, это здесь. Вон, у Димонаста, посмотри в чате. Сначала напиши то, что он вторым написал, чир. Через чат попробуй. А потом аплодисменты. Около клоуна, того, что на колесе. Чир, подожди, я чир не так делал. Чир сначала, потом аплодисменты вторым. Стрим еще минут 20, и дальше будет Divinity, наверное. Потому что 20 минут еще будет за бота. Это день. То есть корейцы спрашивают друг у друга, типа, что за говно, как это вообще сделал? О, корейцы собрались и началось. Танцевальный этот. Корейцы шельквест это починили. Да, что-то хоп-хоп. Чудно. Кидайте анонс вашего стрима в топ-группе Полустарку. Пацаны из топ-группы Полустарку не знают, кто единственный стримит на русском Lost Ark. Они слишком топовые для этого. Я опасаюсь, что они не оценят мои нубские стримы. Ну, во-первых, мы кидать не будем. А во-вторых, все топ-группы Полустарку накручены.
там одно воровство нашего контента. Я, честно говоря, задолбался уже ВК жаловаться. Да и судя по просмотрам, там не совсем не топ групп. В нашей группе, она, которая поменьше, но зато честные все люди сидят, которым интересна игрушка. Пусть там эти топ-группы сидят, смотрят корейских стримеров. Угу. Две тысячи. 200 лайф экспо. Норм. Вообще еще осталось две локации. Самое ужасное во всем этом, то что реально осталось еще две локации. В начале вашей группы по со стримам. Я не думаю, ребят, что будет сильно больше народу. Вот это вот реально мы собрали всех, кто смотрит. Я постоянно и в группе пощу, и в этом. Давайте, мужики, стрим снайп такой. Это снайп ставка. 600 рублей на RimWorld. Это зайдет. В прошлый раз так и сделали. Будет гох племя опять. Чуть не понял вопрос от LNRG. Какой функционал тут несут другие люди на экране? Они мешают как БДО? Помогают как ДВ2? Или как это мешают. Работает? Хотя квест выполняется вне зависимости от того, ты первым ударил, последним ударил, так что, возможно, даже помогают. Ну, один момент. Это нормально, потому что всегда меня бесило, блин, это очередь за мобами. Это не контент, а фигня. Локация портовая. Вообще две локации мне еще до порта. Не, портовая. Смотри, кораблик показывают. Все дела. Вход добрались мы, но корабли будут завтра. Да, лучше не надо сейчас. Лучше нормально покажем. Вот, смотри, так почему-нибудь. Нормально, в 6 утра завтра, да? Тут будут фракции. А, это вопрос. Нет, не будут фракции. Давайте нормально покажем. В 6 утра. Да потом посмотришь запись. Либо полностью стрим выложим, либо отдельно кораблики. Да, там вон, видите, есть возможность кораблик свой зарегистрировать, наверное. Это что-то хреновина. Но это локация, ее локацией не назвать. Это просто вот портовый город реально. Ну что тогда, может рыбку положить? Можно рыбку же половить? Хочу, да, он есть. Ловить. Ой, какой ты привередливый. Я что, тебе прец, что ли? Рыбку ловить. Да, минимальный функционал клана. Демонаст написал этот небольшую заметку. У нас тема новая информация на ZBT2. Заходите, смотрите. Теперь меня плясать заставляют всякие торгаши. Где глянуть, что? Кланы? Сейчас дам. Кыга, лютеран утонул текачи. Модун пьяниль тегонхара. Ну тут вся самая новая инфа, ну пока не все успели мы заполнить. Ну чуть-чуть частично заполнена темка. Читайте, смотрите. Эй,
이대로는 못 살아. В целом и в частности игра хорошо. Ребят, единственное, что между Divinity стримом и стримом Lost Ark будет небольшой перерыв, я перекушу хотя бы. С утра сижу уже. И как только закончу кушать, где-то в 20:00 стартану. Принеси фигню. Рыбу таскать заставляет точно прицовский город. Сплясал за бутылку красненькой. Да, примерно так оно и было. Ну, кстати, пол левела уже взяли. А что за черная баночка? Ну, то есть дев дает. Не откидывай. Что за дело пришли? А? Кисанним к этой пере... Шилиампиа의 배를 어쩔 수 없지. С классом не определились? Не понял вопрос. Это наш корабль, но он не выглядит готовым. Где мачта? Вот я тебе даю, ты спаситель королевства, вот я тебе даю недостроенный корабль, делай сам дальше, все работает. Да. Где дерево наруби там сейчас? Да, что-то началось. Надо рабочих, короче, подпнуть, чтобы они мой корабль достраивали шустрее, а то это вообще не дело. Он на моторе. Я пока думаю, на кого залезть играть. Гара, наверное. Все-таки за мужика какого-то будет. За Дестра или за Берса? Ну или за Варлорда. Я еще их попробую. Всех. Что понравится. Да, надо рабов пивком напоить. Вообще не дело. Зенит-арену, да. Строители зенит-арены. Ну он хотя бы на воде держится. Если бы они строили, он бы тут же, он под водой был бы. Ты бы рассказывал, что так и должно быть. Да, у ганнеров Хавкай, но не факт, что это будет лучник. Хавкай может быть и чувак с какой-то винтовкой. А мне вот недавно с ребятами общался, они говорят, блин, нифига не говорят, этот стимпанк суют в нашей ММО. Говорят, сделали бы лучников, никто бы не обломался. Так я подслушиваю. Не знаю, ну, мне кажется, стимпанк большому количеству народу нравится. Поэтому пытаются, если не полностью, то хотя бы частично добавить. Ну а что у них он какой-то будет по-любому с винтовкой? Потому что у них локация первая, стимпанк чистой воды. Ты видел ее? Ну там, не, там просто не, никак лучник не лезет. Ну, я и говорю, что скорее всего лучник будет каким-то... Ну, хавкай, точнее, будет каким-то типом с винтовкой. То есть хавкай это не означает лучник, это означает типа меткий глаз, глаз орла. То есть снайпер, это может да, быть какой-то чувак там в стимпанковских этих окулярах, очках с большой винтовкой. С полэвела уже захреначил. Да тут не мир эльфов и магии. Эльфы и магия только... Да, я играю с эльфом и магом. Тут да, не мир эльфов и магии. Гара. Гара убежал из мира зайцев. И кто там еще был? И кроликов.
거기 뭔가 양반. Вот первая это доска, с которой могу взаимодействовать. Сусанган сарамын опсосумика? Джен, чечок чугота инсулемясо. Оди, понесил пенжин опнаё? Ох, оцучи. Ану, оцчо라는 거야. Что там, Максон? Признавайся сразу, будешь снайпить или нет? Признаю вас. Эйзок들이 말입니까? 이거 야단 났군요. Ну, в принципе, 18-0 ровно. Ставки приняты, ставок больше нет, и мы идем. Нормально, так квестики поделал как раз в этом городе. Завтра чисто кораблики будем плавать. Плавает говно, как корабли ходят. Привет, деловой, ты поздновато. К сожалению. Через 10 минут уже закроется тест. Ну, правда, ты, может, на Divinity останешься. Или на Total War, что там будет, смотри. Судя по всему, пока Divinity будет. Шесть. А что сделать-то надо? О, высчитался. Соло данжик. За 10 минут успеем? Как бы тебя не выкинуло посередине. Окей, Максон. Не согласен с тобой, слишком высокие ставки. Извините. Пираты. А, нормально. Я главное повернул тут в нужную сторону. Персонаж как не повернулся. Ты можешь играть через японский VPN, только японский VPN блочится так же, как и российский. Удачи. Да, но только это я в Lost Ark не зайдешь с ним. Ой, опять пришли спецы по VPN. Мамкины советчики. Будет завелит стрим. Сегодняшний, но позже. Я еще вчерашний до сих пор. Сегодня была эпичная осада злых клоунов. Угу. Вообще, они наступали, мы отбивались, мы победили Жокера. Деловой, вон выше читайте, ребята ответили. Ну да, ставка велика, я с тобой согласен, такую не побороть. Тут нужен большой кошелек. Ну вот Марганаки тем же руководством все, домыслами. Тут так или иначе, ветки классов, они более-менее друг на друга похожи. У эльфов все похожи. Точнее, у магов. Да сейчас я тебе на этих кричащих девочек аркан не похож. Она, знаешь, стадии не без пошивы, овцы. Киоги даже ансумидаю. Кутэн гнянг бунтаван гонде. Может, у нее магия такая очень сложная, поэтому ей приходится... Но она испытывает оргазм, делая это. Многочисленно. Не, она просто кричит сильно, и все. Теннисистки же тоже кричат. Она как теннисистка.
У него такая, знаешь, подача мощная. Куча карт сразу посылает. Ну, где это? А, уже другой просит. Я куплю вот это. Nine. Да не пролили тест, мы переводили только что. Они написали, к сожалению, не можем пролить. Приносим свои извинения. Айгу, пугатын сангтёги хэджок катышне. Чувствую самому неудачи, она тут. Зангатус, мы куча бабла слили, разные VPN. И... Да что ты объясняешь? Ты сам придет и ты каждому что будешь объяснять. Ты уже задолбали. Сейчас это мы все, что можем сделать, к сожалению. Каждый приходит и думает, что он дохера умный. Ты вообще игру не запустил со стримом, чувак. Серьезно, ты задолбаешься объяснять каждому второму. Разыскивается. Какое-то сообщение. Какой-то батл мастер, смотри. Запомнил лицо? С третьим надо навалять. Так мы кораблик уже можем взять, нет разве? Нет, видимо нет. Стрелок тоже кричит. Я не слышал, что он как-то сильно кричал. О, смотри, здесь что продают. Ну, мне всегда вот... Здесь первого... продают расширение инвентаря... А, нет, это не расширение инвентаря, это фиговины на найм матросов. И посмотри, у матросов есть... Разный функционал. Маленький эльф что-то может делать с ящиками, видимо, их собирать. Этот волосатый товарищ нырячий. А ты можешь скринить, чтобы Аргнаки до завтра перевел, и мы с утра я уже нормально поиграли? Я могу, вот так понаводить, ну, попробую делать. Давай, понаводи, я сейчас звук выключу. А вот это Кок, судя по тому, что у него тарелка нарисована, девочка Кок. Кто же бабу на корабль возьмет, чего вы фигню-то несете? А этот парень непонятная иконка. На 15 секунд что-то делает. Гляди. Да я думаю, в записи будет видно. Короче, найм матросов. А здесь ты можешь взять какие-то грузы за денежку или рыбку. Такой вот груз. Сейчас наведу на него, вот его обязательно тоже заскрин. Некоторые грузы за 10 тысяч идут, синенькие, за 50. Синий. То есть, типа, можно рыбы наловить, запаковать их в пак, отвезти. Что, торговля, что ли, началась? Это хрень. Ну, какие-то грузы, короче. Может купить на кораблик. Паки такие-то, да. Кого первого еще раз? Первого нижнего. Эльфа этого ушастого. Ну вот. Он не пойми, что делает. Ну, я все заскринил. Я думаю, ящик это паки. Ну, понятно, что паки. А это что, чувак? А, ну это как обычно. Почем посох? 1600. Ничего не менялось. Цена не изменилась.
все, Зангатсу, я уже не читаю. Я думаю, Гару тебя не читает, что ты там пишешь. Ну, что там кто-то пишет? Ну, опять про ВПН, все. Я уже не читаю. И мне отправляют, кстати, следующую локацию. Ну, а кораблик что, не дали? Или ну, дали? Строй. Дали. А-а-а. Но ну, завтра, не завтра. Завтра займемся. Сегодня не надо. Ну что, 6.00 еще не вырубили? Последняя лодка осталась. Вот она. Надо ТП, кстати, здесь открыть. Все, вырубили. Так, кто стрим снайпить не будет, поэтому через пару часиков будет Divinity. Ребят, давайте. Пойду я перекушу. Увидимся с вами через пару часов. И в 6 утра приходите на Lost Ark. Угу. Все, ребят, всем пока. Давай, пока-пока. Ой.